Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня для любителей криптовалюты хочу поделиться новым краном, друзья. Это почасовой кран по криптомонете Tron. Регистрация здесь наипростейшая. Вводим email-адрес, два раза пароль, разгадываем капчу, попадаем вот сюда в кабинет. На почту приходит письмо. Подтверждайте email-адрес. Ну и все, можно работать. Значит, после регистрации попадем вот сюда на страничку. И как мы будем собирать? Сюда кликаем roll. Я вчера уже вечерком зашла. Вот у меня такое количество 0.04 уже TRX. Я, по-моему, 2 или 3 сбора сделала. И вот такое количество он дает. От сталька суммы до сталька можно собрать, если повезет, конечно. Кликаем roll. Здесь вот циферки крутятся. И мне дали вот такое количество монет. Я получила. Также можно, друзья, получать еще дополнительный сбор, перейдя вот сюда на Twitter. Кто не знает, кликаем на Twitter, перебрасывает нас. Ежедневно здесь дают как бы промокод, друзья. И вот смотрите, вот 2 часа назад промокод. Мы вот этот код, друзья, аккуратненько копируем. Возвращаемся на кран и вставляем вот в эту графу промокод. Вставить. Нажимаем на красную вкладочку Go. Да, грузись. Так, и нам говорят здесь спасибо. Возвращаемся обратно на кран. Так, давай. И, как видим, у меня таймер уже по нулям. И я сейчас могу еще раз собрать, сделать сбор. Опять кликаю. И мне еще раз начислили вот такое количество монет. Вот. Давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, это сбор. Реферальная программа. Друзья, у нас здесь находится партнерская ссылочка наша. Так, ну что-то у меня... Вот здесь вот. Он только стартовал, свежий. Значит, далее вопросы-ответы обязательно прочесть. Ничего, бывает такое. Сейчас перезагружу. Да что ты, как видео писать, так что-то случается. Можно все это перевести на вывод. Минимальный вывод отсюда 10 TRX. 10 монеток. Набираем 10 монеток, ставим на вывод. Так. Что здесь у нас? Давайте все-таки переведу. Так, кошелек Tron. Так, многие сайты предлагают кошелек Tron. Обменим своим немного. Наш лучший совет для вас — это поиск в Google Tron Wallet. Ну, у меня вот Tron Link есть, как бы я... Можно сюда. Ну, много кошельков. У каждого свой кошелек. Значит, в настройках я еще ничего не прописывала. Это я потом сделаю. Мы будем прописывать свой Tron адрес. Вот это мы стираем, друзья. У вас тоже будет здесь, наверное, электронный адрес. Прописываем сюда адрес Трона. Сюда пароль при регистрации. Нажимаем «Изменить адрес». Вам на почту придет письмо. Нужно пройти будет по ссылочке, чтобы адрес сохранился.
Здесь статистика, здесь изъятие. Ну, когда будет у нас что выводить, будем уже, конечно, выводить. Вот. И также вот здесь можно до статистика изымать. Вот вкладочка слева. Вот сюда сумму. Видите адрес. Ну, когда это уже еще рано. Значит, что я хочу еще сказать. Есть такие же у меня два крана аналогичных по Binance сбору. Также вот этот промокод, он подходит и на этот мой краник. Здесь у меня монеток. Вот я, у меня собран здесь уже 0.202. Также я вставляю этот промокод сюда. Видимо, у меня идет отсчет таймера, я собирала. Также я нажимаю Go. У меня есть видеообзор по этому крану. Но они все одинаковые, похожи друг на друга. И я также сейчас соберу опять вот спасибо. Возвращаюсь я на кран. И опять сейчас я соберу монетку. И у меня таймер вот остановлен по нулям. Кликаю. Так, кликаю. И опять мне дадут монетки. И вот мне дали вот такое количество монет. Также я Ethereum собираю. У меня тоже идет таймер. И этот один же код, он подходит вот на все вот мои краники. Также кликаю. Спасибо. Возвращаюсь обратно на кран. Все ссылочки будут, друзья, в описании под видео. И опять же, я могу уже сейчас второй раз кликнуть, собрать. Кликаю. И вот такое количество мне дали. 80 сатоши Ethereum. Вот. Ну, вот здесь статистика моя. Вот такой вот краник, кому интересно. Присоединяемся, собираем. Ну, неинтересно, друзья, проходим мимо. Я вам подала информацию, а как вы там ею распорядитесь, уже ваше дело. Всем удачи, до новых встреч.